Вечером толпа зеков отводит вас в подсобное помещение. Вот ты и попал, Хрустиба. Сейчас ты нам ответишь за стукачество. Выбирай, жизнь или честь. Понести наказание. Вам хочется жить настолько, что вы готовы терпеть любые унижения. Теперь вы лох с этим. Блять! Да чё за бред? У вас день рождения, понял, блин? Чифернуть бы ништяк, да, Олег. В гараже сломанный стол, ведь сладок на задок наш любимый крол, он ушками своими теребит союз, но репер из него аньюз, его анскильные лапки стучат по клаве, но как бы кролику не оказаться в канаве, М. Ай, блядь, сука, все против меня, нахуй, ебать. Ты реально лох печальный, весь пчат с тебя смется. Ты даже на улицу боишься выйти, пещерная слизь.